на свете старушка спокойно жила, сухарики ела и кофе пила. И был у старушки породистый пес, косматый, узкий и стриженный нос. Старушка сказала: открою буфет и косточку пуделю дам на обед. Подходит к буфету, на полку глядит, а пудель на блюде в буфете сидит. Однажды старушка отправилась в лес, приходит обратно, а пудель исчез. Искала старушка 14 дней, а пудель по комнате бегал за ней.